В Северодонецке встретили великий православный праздник – День Святой Троицы, именуемый также Пятидесятницей. Праздничные богослужения прошли во всех церквях и храмах области. Помимо божественной литургии осветили разнотравье, которым на Троицу принято украшать дома. На службе побывала и наша съемочная группа. День Святой Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи. Свое название праздник получил в честь сошествия на апостолов Святого Духа. Господь сказал, чтобы они, ученикам, чтобы они оставались в городе Иерусалиме до того момента, когда Он пошлет своего Духа Утешителя. И в 50-й день после воскресения Господня на апостолов сошел Святой Дух. Божественную литургию и Великую Вечерню с коленопреклонными молитвами возглавил архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим. Праздничное богослужение провели и в святыне храмового комплекса «Лесная дача». Настоятель храма отец Георгий подарил губернатору Луганщины Юрию Горбузу икону Божией Матери «Призри на смирение», оригинал которой находится в Свято-Веденском монастыре в Киеве. Икону вышили прихожане Крестовоздвиженского храма. Нам мира всем, любви к земле родной. И дай Бог, чтобы на нашей луганской земле родились золотые хлеба и здоровые, красивые дети. С праздником! Под звон колоколов прихожане прошли крестным ходом, а настоятели храма окропили верян священной водой. Очень радостно, смотрите как, такой хороший день, вот, прям, ну, я чувствую, что мы все получаем здесь какую-то Божью благодать. Как для любого православного человека, для меня этот праздник является второй Пасхой. Это великий праздник и имеет огромное значение в жизни любого православного человека. Царю небесный, утешитель души истины. После церковной литургии и освящения цветущих ветвей люди возвращаются домой. Екатерина Тырина, Илья Трофимов, Подие.